А накануне Владимир Путин встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Напомню, в топ-лист попали 104 человека, из них 3 тюменца. Правда, на встречу в Кремль пригласили всего 13 победителей. Так, во время беседы президент поддержал начальника городской полиции Петра Вагина, которого поначалу конкуренты не воспринимали всерьез. На конкурсе он был единственным представителем системы МВД. Это, конечно, для всей системы МВД просто большой подарок. А то над милиционерами все время посмеиваются. Здесь не посмеешься. Так точно. На финале тоже посмеивались. Да, ребята спрашивали, взял ли я с собой пистолеты, наручники. Потом перестали. Потому что вы показали дубинку. Владимир Владимирович, конечно, произвел впечатление, ну, просто супер руководителя, который вот, ну, является самым идеальным наставником. Он владел по каждому из участников встречи, то есть владел, кто они такие, чем они занимаются, и ключевые позиции со всем регионом. То есть уровень его информированности просто поражает.